Приветствую вас, Ольга. Сразу скажу, что вам нужен не совет, а вам нужна работа. Вам нужна работа вместе с психологом над своими страхами и не по избавлению их от них, точнее, не по избавлению от них работа, а по раскрытию того, чего вы боитесь, потому что за страхами лежит причина, какие-то определенные причины, какие-то определенные моменты, и эти страхи, которые есть у вас, они вам для чего-то нужны. Вы описываете не только страх, ну, то есть не только механизм страхов. Вы описываете в том числе механизм навязчивых мыслей. То есть, когда вы по факту не можете думать вообще ни о чем другом, кроме как только о том, что вы боитесь. И навязчивые мысли связаны, с одной стороны, с подавлением своих желаний, то есть вы подавляете свои желания по какой-то причине, по каким-либо причинам. И с другой стороны, это связано с запретами. Запретами, как моих родителей. То есть у вас, по-видимому, достаточно сильно опекающие родители. У вас достаточно сильно опекающие родители, которые вас чересчур ограждали от проблем. Ну и по сути ваши страхи — это страх ответственности, страх что-то делать, страх себя. То есть вы думаете, наверное, что не справитесь с теми проблемами, которые у вас есть. Ну, то есть вот теми сложностями, которые у вас есть. К примеру, вы не справитесь с выступлением, вы не сможете впечатлить аудиторию. То есть нет веры в себя. А откуда вам ее взяться, если вы, наверное, такого чувства, как вера в себя, не знаете? Вот. То есть здесь очень важно понять, от страха нельзя избавляться. Страх нужно раскрывать. Как вы это сделаете, это будет понятно только на беседе с психологом. То есть как бы здесь других вариантов нет для вас, на мой взгляд. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Вот так. Что касается страха смерти, то здесь есть, опять же, несколько нюансов,
Дело в том, что смерти человек боится по ряду причин. Во-первых, почему человек может бояться смерти, это потому что он в глубине души хочет, допустим, избежать чего-то. То есть смерть на подсознательном уровне – это избавление. Это именно избавление от, там, к примеру, какого-то, ну, негатива, который имеет место быть. Ну, вот. И, значит, поэтому человек боится смерти. С другой стороны, можно бояться смерти, потому что не очень понимаешь, что это такое. Не очень понимаешь, что такое смерть. Но ведь мысли-то о смерти к вам не просто так пришли. Правильно? Если они к вам пришли, значит, у этого были какие-то основания. Значит, с этими основаниями нужно работать, в том числе. И советы здесь не помогут никак. Тут не советы нужны. Тут именно нужна работа. Обратите внимание, вы пишете, как справиться со страхом. А справиться это что? Ну, по вашему мнению, что представляет из себя вот эта формулировка справиться? Что она из себя представляет? Подавить, зажать. Как? Как вы понимаете вот эту вот историю? Вот. Пожалуйста, ответьте себе на этот вопрос. Это важно. Значит, так, мы болезнь. Последний ваш страх – это болезнь. С болезнями все достаточно просто, в том смысле, что человек боится болезни тогда, когда он хочет заболеть, чтобы получить какую-то определенную выгоду из этого. Ну, то есть из болезни. То есть ему нужна какая-то выгода. Какая выгода ему нужна? Это уже вопрос. Как правило, это потребность во внимании. Как правило, это потребность во внимании. Как правило, это недостаток собственной значимости. Вот. Как правило, сложность в этом заключается. Вот. То есть, опять же, да, вам нужно представить себе, что вот вы заболели. И что случилось? То есть, что происходит по факту? Что происходит?
то вот вы заболели, да, и что? Как восприняли это, к примеру, ваши родные и близкие, как они, ну, к этому отнеслись, да, допустим. То есть этот момент, его вам нужно разобрать. Вместе с психологом, еще раз повторюсь, советы вам не нужны, советы вам не помогут. Советы здесь лишние. Вот, поскольку у вас эта история идет из детства, страх, любой страх родом из детства. Именно в детстве мы усваиваем то, чего нам вообще можно и нужно бояться. То есть, что страшно. Вот вы в детстве почему-то уловили, что бояться нужно именно вот, ну вот, данной истории. То есть вот, бояться нужно вообще всего. Всего, что касается вашей активности. А это лишь означает только то, что в глубине души вы считаете себя недостойной этой самой активности. По какой-то причине. Вот. С низкой самооценкой в глубине души, с ориентированием на социум, на общественное мнение, на, ну, вообще мнение людей, вам и нужно работать. По факту. Тем более, что человек будет творческий. То есть, опять же, смотрите, интересный момент происходит с творчеством. То есть, вот вы вроде бы творческий человек, вроде бы как. Вроде бы как. Но почему-то волнуетесь при выступлении. Как бы вопрос у меня к вам. Ну, если вы творите, к примеру, потому что, допустим, вам этого хочется, да, у вас, к примеру, талант есть, да, вот, то по какой причине вас волнует тогда то, что подумают другие люди? Понимаете, а в семье, где личную активность подавляют, как это было с вами, именно мнение других людей очень важно. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Я еще раз хочу повторить, чтобы вы поняли. Психолог не дает совета. Сдвинуться ваши мысли смогут только в том случае, если будет проведена определенная работа с вами. Это именно определенная работа. Научиться навыкам общения с людьми в том числе. Это также является одной из задач психолога, обучить вас навыкам общения. То есть с психологом вы сможете научиться общаться с людьми. Вот. И лучше понимать себя. Но не совет. Так что настраивайтесь, если хотите избавиться от страхов, настраивайтесь на некраткосрочную терапию. Посмотрите список экспертов в области психологии. Вот, посмотрите, поисследуйте. Вот, выберите себе такого эксперта, который бы вас устроил бы,
которому вы смогли довериться, вот, и, соответственно, после этого приступать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.